Они только стали поточками. По двое уже. У него галики вот так. Ну что надо? Это самое, вы сегодня в деревню? Давайте еще давайте поедем. Все, давайте. Да, у меня никого нету, я уже. Так у меня же это, а у вас что же сегодня? Седьмой же год у меня. Да, здорово, деньги, не хочу сказать. Отставись, пацан,
Решение 4-3, вы вываливаете. Какой разворот в обратку может быть? Сохраняй через кулак. Смирно. Красавица! Сюда надрезать. Сюда. Контроль, контроль! Не сгори! Елена, активнее проси себе мяч. Активнее голосом позицию. Сука! Хочешь все время за спину вывести? Видишь? Дай ногу плотную! Правильно, Юнис, рано. Вот такое было место. Сейчас, пока чёт суета. Прием, Юнис, прием. Потап, сейчас грамотно решать. Поджали высоко. Ребят, пока нет комбинирования, мы куда-то гоним.
Чтобы делать 2 в 1. Видишь, у тебя соперник.
Повторяю, быстрая мысль. Гибко широковато. Митяев. Другой нужен нам. Yeah.
трескучи. Дай мне, Саня, дай ему, дай ему! Ну, Саня, дай ему, дай ему! Еще, Ваня! Может, Дима! Естественно. Да, но уже отвалить. Андрюшка, опять через тело и потеря. Спрячь мяч на дальнюю ногу. По еще вашим Маргаритам, которые не занимаются спортом. Так все здорово.
здорово, поднимайте. Побежали, побежали. А так все здорово, Танька, точно. Быстрый вот. Такой. Здорово, Суха. Папа, давай, забери, что? Простейший сброс ему и подстройка. Касание 2. Давай,
Леха и Данилов, контроль зоны центральной. Ну а что, не разговариваем или нет? Дальний Ахов. Илёх, поуже к Данилову. Андрюш, выше. Заходи. Андрюш, Никита, коммуникация, да? Заходит, Андрюш. Андрюш, оценка вправо. Заходит он. Два в одного. Простейшая ситуация. Но он должен с голосом. Не пускай! Миша, до приема мяча оценка ситуации за спиной. Баба, попасть нужно, забить! Баба, аккуратно в угол, забить! Передача страдает у нас. Еще раз. Побей! Не пускай! Андрей! Да,
Король, Андрюш, блядь, когда кайф, мы что говорим всегда? Подработать раз, вторым, потому что всегда сваливается. Дорожить, дорожить вот этими моментами, их нужно зажимать, эти моменты, доводить до конца. Чуть-чуть расстояние, видишь? Слишком близко приходится пропускать. Дай-ка, не торопись! Молодец, молодец, иди, все, без пола, молодец! Yes! Junior! Bravo!
еще раз повторяю, жилетки подберите, посчитайте медики и фишки, как валялись, так и валяются. Это касается всей компании там. Давай, 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 давай! Попадает.